это работа! Кто в белой футболке на кузнице работает? Все, ну, давай! Высокое искусство, ковка, огонь, металл, узор, цветы, качелям или окну обновку, о, мастер, сможешь сделать ты. Нелегкое искусство, ковка, вот наковальня и щипцы, забор резной, коню подковка, о, эти маги, кузнецы. Прекрасное искусство, ковка. Вот в парке дивная скамья, умение, ловкость и сноровка. Цените мастеров, друзья. Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем участников и зрителей межрегионального кузнечного фестиваля в городе Пскове. Город Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России. Практически в каждой семье был свой кузнец. Псков – это родина архитектора, художника-реставратора, кузнеца, члена Союза архитекторов и Союза художников СССР Всеволода Петровича Смирнова. Прапоры, церковные кресты, кованые ворота и люстры в интерьерах зданий Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска. Все это заслуга Всеволода Смирнова. Он выступал и как автор монументальных памятников, орудия на могиле неизвестного солдата в Пскове, ансамбля в честь победы Александра Невского на Чудском озере в Псковском Кремле. Всеволод Смирнов стал основателем возрожденной школы русской художественной ковки. Его имя ассоциируется с историей псковской реставрации. И в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Всеволода Петровича Смирнова. Дорогие друзья, с приветственным словом к вам обращается Владимир Даниилович Куприн, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области. Уважаемые участники фестиваля, дорогие гости, организаторы, позвольте сердечно приветствовать всех на Псковской земле на открытии нашего нового кузнечного фестиваля. Он объединил кузнецов из 13 регионов России, и мы надеемся, что это только начало, потому что прикоснуться к истории, увидеть великолепные работы мастер-классов и псковских кузнецов, и наших гостей, это очень приятно и очень здорово. Псковская земля славится своими скобарями, кузнецами. Добрый будет фестиваль! Всех с праздником! Дорогие друзья! Сегодня с нами Ирина Всеволодовна Ларионова, художник, дочь Всеволода Петровича Смирнова. Уважаемая Ирина Всеволодовна, вам слово. Спасибо. Я, простите, зачитаю. Писала от души, но придется зачитать. Здравствуйте, конечно. И я хочу поприветствовать всех участников и гостей фестиваля, посвященного столетию Всеволода Петровича Смирнова, моего отца. И поэтому хочу сказать несколько слов. В Пскове он состоялся как архитектор, художник и, естественно, кузнец, реставратор. И удивительный город Псков и замечательный художник, вот они сроднились. И нельзя теперь представить Псков без имени Смирнова и Смирнов
без Пскова. И Всеволод Петрович отдал, мой отец, он отдал, подарил душу этому городу, Пскову. И у него с Псковом стала, состоялась одна душа. И в этом городе Смирнов возродил искусство художественной школы, как искусство художественной ковки. На берегу Великой, напротив знаменитой папиной кузницы, мастерской, написано: «Россия начинается здесь». И в свое время Валентин Яковлевич Курбатов перефразировал. Он написал: «Россия начинается со Всеволода Петровича Смирнова». И личность отца, она невероятно притягивала к себе не только художников, но просто талантливых людей. И вот отец, конечно, открывал, так как рядом были такие люди и притягивались, отец открывал такие таланты и помогал раскрыться их творчеству. На этом фестивале, я понимаю, собрались все очень интересные и очень разные художники. И кузнечное искусство – это искусство, в котором холодный металл, огонь, плюс талант, душа и любовь художника рождают просто чудеса. Я хочу пожелать всем участникам вдохновения, хорошего творческого куража и честного соревнования, новых, интересных, может быть, гениальных работ. Гостям фестиваля я желаю открыть для себя новые имена и познакомиться с прекрасными работами. И всем вместе получить огромное удовольствие. И я думаю, что отцу было бы интересно, и он был бы доволен, и он всех благословил. И удачи всем. И огромное спасибо Пскову за добрую и долгую память о моем отце. Спасибо. Дорогие друзья, наш фестиваль – это конкурс, в котором примут участие мастера кузнечного дела из разных уголков России, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ярославля, Симферополя, Переславля, Сергиева Посада, Алушты, кузнецы из Вологодской области, Самары, Белгорода и, конечно же, псковские кузнецы. Оценивать работу кузнецов будет компетентное жюри. К микрофону приглашается Мария Геннадьевна Круглова, председатель жюри фестиваля, президент Межрегионального общественного объединения «Союз кузнецов России», член Творческого союза художников России, Союза дизайнеров России, Московского союза художников, Ассоциации ландшафтных архитекторов России. Мария Геннадьевна, пожалуйста, вам слово. Хочу поприветствовать от имени Союза кузнецов России всех участников фестиваля, которые приехали из многих городов и из Донецкой Народной Республики. В рамках фестиваля мы проводим конкурс кузнечного искусства, потому что кузнечное искусство является одним из старейших ремесел, которые знает человечество. Хотелось бы пожелать участникам творческой и легкой работы, а гостям фестиваля хорошего отдыха, а всем нам мирного неба и крепкого здоровья. Всего доброго! Спасибо! Дорогие друзья, слово имеет народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, член Президиума Российской Кузнечной Академии имени Зимина Валерий Николаевич Галкин, город Санкт-Петербург. Дорогие друзья, коллеги, я вас всех поздравляю с великолепным праздником. Вы знаете, 100 лет Всеволоду Петровичу – это такая круглая дата, которая круглее быть не может. И глядя сверху на нас, в виде ангела, он, конечно, радуется этому событию, потому что именно он положил начало возрождению кузнечного искусства в России. Вы знаете, 60 лет безмолвия, примерно 60, это срок вроде бы не очень большой для истории, но для жизни человека это дистанция огромного размера. К сожалению, после революции кузнечное искусство было утеряно. То есть Латрос Железняк посчитал, что это барские изыски,
и это не нужно народу. И да, ремесло оставалось в деревнях, на заводах ковали какие-то промышленные изделия, но именно искусство было утеряно. И только благодаря таким, как Всеволод Петрович, и в частности Смирнову, постепенно по крупицам стали собирать технологии и все-таки возродили. То есть он родоначальник возрождения этого великолепного искусства кузнечного. Сегодня мы адекватны в этом процессе и можем даже занимать первые места. Вот и сегодня город Псков представлен этим прекрасным фестивалем. Место потрясающее, намоленное место. Куда ни посмотришь, глаз радуется. Ну и погода нам благоволит, видите, дождя нет, чудесная погода. Поэтому я желаю кузнецам, моим коллегам, победить материал, а лучше его слушать, подчиняться пластике и совместно выполнить все свои задумки, затеи и поразить там еще чудесами кузнечного искусства. Ну а зрителям, всем остальным участникам получить удовольствие и порадоваться тому, что происходит на этой площадке. Всех поздравляю с началом фестиваля, всем хорошего настроения, вперед! Уважаемые участники фестиваля, уважаемые зрители, псковский бард, лауреат фестиваля авторской песни «Изборская крепость» Владимир Зарубин исполняет для вас песню «На берегу реки Великой ковали скобы скобари». Слова и музыка псковского кузнеца Евгения Вагина. Добрый день, дорогие друзья! С вечера и до зари, как на праздник звонари, на берегу реки Великой ковали скобы. На берегу реки Великой ковали скобы скобари. Ни один обычный плот и, конечно, русский флот без скобы не выйдет в море, а тем более в поход. И по царскому указу гонец прибыл в город Псков, чтоб не далее, чем сразу изготовить добрый скоб. С вечера и до зари, как на праздник звонари, на берегу реки Великой ковали скобы скобари. На берегу реки Великой ковали скобы скобари. Без гвоздя и без подковы конница не победит, а на наших псковских скобах русский флот века стоит. И не раз в морской борьбе все держалось на скобе, и с уважением на морях царь говорил о скобарях. С вечера и до зари, как на праздник звонари, на берегу реки Великой ковали скобы скобари. На берегу реки Великой ковали скобы скобари. Секрет-то был невеликий, кузнецкого да раскалит, а потом в реке великая души их закалит. Калина стрела и меч, а когда наступит свеч, все иноземные края боялись битвы в скобарях. С вечера и до зари, как на праздник звонари, на берегу реки великой ковали скобы в скобари. На берегу реки Великой ковали скобы скобари. Дорогие друзья, межрегиональный кузнечный фестиваль в Пскове начинает свою работу. Вот-вот звуки наковален заполнят фестивальное пространство, и у каждого из вас появится уникальная возможность стать сопричастными к магии кузнечного ремесла. Хороших вам дней сегодня и завтра. Участвуем в фестивале, радуемся за себя, за наших псковских кузнецов. Всем хорошего настроения. Спасибо.